Прибыли на Facility, друзья. Gearbox будем забирать на Нью-Йорк, на Syracuse. От ветряных мельниц, то, что я забирал на степдеке когда-то. Наверное, я не помню, снимал, нет. В общем, 75 тысяч вес. Немножко оверсайз. Сейчас еще промерим получше. И видно будет, находимся мы в Иллинойе, штате. Сейчас был в Эс-Данди, там заказывал тарпу, забрал тарпу свою. 12 фит дроп, одна сторона вот эта. С двумя флипами. Флэпами, вернее. Ну, в Эс-Данди заскочили, 5 минут было. Не 5 минут, 15 от Эс-Данди. Была вот эта загрузка. В общем, договорился, у меня был Air Leak до на Pusher Axle на подъемной оси. И на Peterbilt позвонил. Peterbilt, Kenneth, в принципе, одно и то же. Приехал вчера, день потерял, чтобы приехать сегодня, приезжаю, а мы не можем делать по гарантии Кеннорта. Ну, спасибо. В итоге заказал. У них стоит $500. Завтра только привезут этот сам клапан. В интернете заказал за 300. И, ну, домой придет, потом сам поменяю все там. Короче, так вот, такие вот моменты. Все, ждем сейчас. Нашу очередь доставим. В общем, пока ждем. А передо мной решил поменять. Труба проворачивается, замучила. Труба проворачивается. Надо поменять эту клемпсу. Переходом со ступеньки. Потому что
что-то оно как будто бы большевато чуть-чуть кажется, может и нет. Боюсь, что не зажму. Крутить удобно.
вытягиваем середки сначала, а потом она не сдвинулась, здесь не вышло. Ремонт закончен. I'm not broken, but who else could I be in a time like this? I'm lost out at sea. But who else could I be? In the line, we some champions. We know how to make it rain in the bed.
up, got our own groove. Coming at the same time, you're eating glass of dime for us. While we make it rain in the bedroom, we don't tell us all what we gon' do. Dirty little secrets, yeah. Keep it in the sheets with us. While we make it rain in the bedroom, bedroom. While we make it rain in the bedroom, 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 bedroom. I'm a main squeeze, don't get it twisted. There's a problem, we gonna fix it. This ain't the type of thing you lose, so let's keep on doing what we do. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride till we cross in the line like a champion. Driving me wild, giddy up like a stallion. Saddle up and ride till we cross in the line, we some champions. We know how to make it rain in the bedroom, 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 bedroom. Ну что ты скажешь, помощница? Как тебе тарповка? Мне нравится. Тарповать нравится? Да. Чё врёшь-то? Вот, короче, кинули цепки. Там, в принципе, ничего такого. 4 цепи. Крест-накрест. Здесь так вдоль. С той стороны также вдоль, как коромысло. А здесь вот так по диагонали. Аленка подсказала. Молодец, учится, прогрессирует. Вот так вот торпанулись. Здесь по классике у нас. Конец, хвост обрезанный, поэтому приходится такие кульки делать. Вот. Нормально, в общем. Восьмерка тарпа. Вот, все, готовы ехать, пермитов еще нет. Флаги развешаны, сайны развешаны. Так все это выглядит. Такой здесь цех, это ремонтируют. Это для ветрогенераторов. Есть большие, есть поменьше. Перед нами Кеннистога заехала поменьше, забрала. Вот вес. Приложение. В общем, здесь у меня стоит датчик. В подушку просто врезаешься. И все, вот он показывает 58 тысяч. Ну, минус 2 где-то примерно, если сверяют с весами, это 56 тысяч на вот это на 4 групп, на группу 4 оси. В общем, вот такие вот моменты. Сейчас на весы еще заедем, контрольное взвешивание. И все. Нужно. Ну, ждем пермита сейчас. Так, все. Такие вот моменты. Чем эта зелень нужна на выезде? Красота выезд. А после выезда возвращаешься на ист. Красота ист. Зеленого. Все эти моменты. Так, чистенько.
кантри. Сейчас иду по 224 ЕС здесь, по центру. Вот, вот 80 у нас. То есть как бы не так и далеко от цивилизации, но прикольно. Мне нравится. Прям душа отдыхает, как маслом смазывает так. Хлебушек. Так же и душа. В общем, красотища. Ля болта. Доброе утро, друзья. В общем, едем мы за вот этим чувачком. Прямо едем. Едем, стояли на другом фасилите. Вот он приехал, забрал нас. Время у нас 7:30, 6:27. Сегодня число у нас 28 апреля. Такой солнечный день. Сиракьюз, Нью-Йорк, штат. Напоминаю, что везем мы редуктор с Wind Turbine. Это у нас ветряная мельница, типа того. Ну, как она, не мельница, конечно, а генератор. Энергогенератор. Ветряной. Вот. И сейчас будем разгружаться. Везем мы его с этого. С Иллинойса. С Чикаго. Весом он 75 тысяч паундов. 10,5 шириной где-то. В общем, такой не особо большой, не особо массивный. Торповый груз. В общем, вот такие вот моменты. Загрузку, в общем, Агая это, и нам будет должны вот этого бульдозера грузить. Не знаю, его прям или нет, но очень похож. В общем, такие моменты. Пойдем сейчас узнавать все это дело. We'll be right back.
В общем, пришли мы с напарницей сюда покушать. С Тракста подошли 10 минут. Это мексиканский ресторанчик. Сейчас поедим. Эскорт отпустил я, потому что пермита нет. Скорее всего, завтра будем и в воскресенье здесь стоять. Хотел показать столбы, как стоят. Видите? Прям на асфальте. Это очень плохо для оверсайза. Едешь, и тут вот они вот так вот стоят, и как бы это вообще не очень хорошо. Они мешаются очень. Ну, сейчас такос зарядим. И будет все супер. До скорых встреч. Суббота. Не помню только, друзья, 30 или 29. В общем, стоим на Тракстапе тут. Вчера как стали. Место валом. Обожаю. Тут сейчас съездили утром в Глазгоу. Глазгоу. Есть такой город. Одноименный с шотландским. В общем. Так, припарковались мордой к природе. Занимаюсь. Клапан у меня это шипит. Побрызгал, купил силиконовую смазку. Вот такую, типа. Побрызгал на внутрь клапан, не знаю, на пушер, на опускание. Вот, сейчас и занимаюсь сидением. Хочу вот эту ступеньку, вот эту тумбочку убрать. Ступеньку, это сиденье. Драпнуть, потому что она слишком высокая. В общем, занимаюсь. Тут вот отверстия есть. Они как бы разные. Вот отверстие на тумбочку, на подставку на эту. И на это. И вот крепится здесь само сиденье к подставке, оно по углам. Но здесь есть вот эти вот отверстия. Они напротив тех. А напротив тех крепежных отверстий, что тумбочку держит. В общем, может, сейчас шайбы большие подберу сюда. И прям вот на эти одену все. Как единственное, нужно будет воздух переносить вот этот штуцерок. В общем, такие моменты. Стандартные вот эти отверстия на большие. Немножко колхозненько, конечно, но жить можно. То есть вот здесь пришлось ребро попилить немножко. Все, оно тоже как бы закрутилось. А дыру не стал делать под этот, потому что здесь вот под подушкой был
этот такой гайка торчала, штуцер. Я его вот так вот вывел. Вот оно. Вот. Вот эта резьба торчала там. Я просто шланг в то же отверстие просунул, провстел. Вот он как бы идет. Прям так. Он под эту подсиденьку зашел, он мякушка здесь его придавила, как бы ничего ему не будет. И все, не стал я здесь, хотел просверлить, не стал я это делать. Вот. Это вот так вот на максимум поднято. На максимум поднято, получается примерно как раньше была на максимум опущена. До верха фита. Фут. Все, меряю вот отсюда. Фута считай. Вот до края. Ну, так и есть фута. Друзья, короче, сейчас надо будет передвинуть нам. Ой, как раз в яме. Хорошо, сейчас надо протронуть. Он почти на земле. Весы закрыты, он ремонтирует. Сейчас надо завести немножко в этом, чуть назад, в смысле трактор чуть туда двинуть, на трак. В общем, вот такие моменты, потому что Теннесси, Арканзас не дал на группу из 4 осей 72 тысячи, там, нет, только 60 максимум, так что... Ну, собственно, управление здесь, как и на дозере, который я с Ричи Бразерс забирал примерно. Тоже вот управление это ворочить. Передняя, задняя, нейтралка. И тут вот все остальное. Тут уже здесь ножа нет, а там был это нож, там крюк. Вот. В общем, такая тема. Сейчас буду съезжать, молясь, потихонечку. Был ремень безопасности, друзья, превыше всего. Все. Сейчас стоит нейтралка. Короче, нужно нажать на педаль, включить заднюю. Все, пошел звук. И потихоньку отпускаем. О, плавает на подушках трак, что он резко останавливается. Так, хорош. Все, пойду смотреть весы. Вот такие вот дела. Еще сейчас надо вперед, я чуть-чуть переехал, вот где стоял. Уже ушел этот. Доски опять попадали. Аленка сейчас поправляет. В общем, сейчас еще вперед надо тронуть немножко. Остановились на заправочку сейчас. В общем, делал осмотр так беглый и обнаружил, что у меня сальник потек. Он все в смазке там. Вот. Это отстой, ребят. Это отстой. Нужно что-то делать. В общем, заехали в ШАП. Сейчас задом сюда запетил. Сейчас так это глянем. Все, по что они скажут. Так-то мог я бы сам, просто я не знаю, какой сальник. Сейчас на всякий случай они разберут, я номер сфоткаю и сальника на будущее куплю, чтобы был запас, так на рестарте можно махнуть. Вот смотрите, друзья, колесики здесь стоят навьё, да? На самом деле не навьё, старые колеса. Просто, вон, видите, латка внутри. И вот шов, наварка. Даже видно. Не срезает со старого колеса верхушку.
если напаивает новый слой такой. Все, вот шов. Такой ремонт резины. Но я бы себе не стал бы ставить такую. То есть не ходят они особо. Не знаю, может, у кого-то и прошли они там 100 тысяч, но мне не верится. Такой вариант себе. В общем, друзья, такая история, что у тебя я не стал делать, потому что если немножко что-то с осью, там погрешность какая-то, то они меня не могут отпустить, это там дорогостоящий ремонт туда-сюда. В общем, мне некогда было это все там эскорт. Если эскорт в Техасе мне не нужен, я его отпустил, сейчас на Truckstop заехал. Хочу поддомкратить и покачать колесо. Может, гайка просто открутилась, потому что так сильно сразу поперло, но обычно так не бывает. В общем, сейчас попробую все это дело. Вот, друзья, смотрите, как это налило. Вообще жесть. Просто же скач. Приехали, друзья, в общем, мы на разгрузку. И здесь все, тут кабины устанавливают, видать, ремонтируют. Все эти моменты. Может, и мы на ремонт, ну хотя на какой ремонт, он, блин, с виду он навьё. Похоже, что он на ремонт. Вроде он сказал сюда отстоит. Где-то здесь он там. Влажность, конечно, Хьюстон, это вообще капец. 87% было. Сейчас. Вообще просто как в парилке. Вон, смотрите, сколько здесь техники. Алена, много техники? Да. Алена подтвердила, не вру. Где-то здесь и будем сейчас расцепляться в длинную ткань. Будем расцепляться мы.
общем, эти трактора идут в Чили. Еще 8 штук, говорит, должны привезти. Кабины на них будут устанавливать и отправляться в Чили. Говорит, там слишком пыльно. Люди в респираторах работают. Вот, надо кабину ставить. В общем, вот такие моменты. Ну все, Аленка молодец, помогает. Все, мы валим. В общем, приехали сюда. Сказал, сюда надо запятить задом. Ну, запятили. Сейчас, видать, краном поставят. Тут сквозняк такой. Ворота открыты. Пипец вообще. В общем, одна сайна, ресивинг в эту сторону. Сейчас ехали там. Ну, такие, все узкое. Не знаю, как выезжать там буду. В общем, сейчас будем, наверное, грузить. Койл. Забыл сказать, койл на Индиану и повезем. Друзья, как металл раскручивает. В общем, друзья, встали мы на вчера, приехали на Тиэйку, здесь на 57-й. А, здесь так сбоку с припека, сейчас траки уезжали, уже никого нет. Утро, у нас суббота. А зашипел у меня вот через отсюда, с выхода, со сброса, клапанок этот, это на подъем оси, третья ось, она подъемная, вот он зашипел.
Хочу сейчас разобрать, смазать вот силиконовой смазкой его и поставить. И уже потом смотреть, покупать или нет. В общем, друзья, сходил в магазин, купил резиночки, наборчик. Вот, купил чинолок такой хороший, немецкий якобы. Ну, такой качественный, нормальный. А вот, одна резинка лопнута оказалась. И остальные вот задратые, видите? Сейчас посмотрю, такие должны быть, поменяю и обратно все соберу. В общем, таким оторвал, еще ручку эту оторвал. Так, где она у меня? Вот она. Вот, стал откручивать, она окислилась. Этот шток алюминиевый целиком. Он окислился и все. В общем, без ручки будем теперь. А тут, ребята, оказалось, у нас вот такие шайбы. Тарельчатые, как вошер. То есть, не просто так. Сейчас будем пробовать. Да-да, нет-нет. Вместо этих тарелочек я по три тонких резиночки такие собрал. Все, выступают они. Вот здесь старые оставил, вот эти светлые оставил старые. Вот это вот только поменял, вот эти три поменял. Сейчас посмотрим результат, соберу. Единственное, что ручки нет, вот придется каждый раз. Ну, я редко пользуюсь, но... перестать отсюда шипеть. Все, перестал. Вроде перестал. Рыбак что-то еще не надулся. Он может так стоит еще. Но в общем должно быть все нормально. Ну, стало лучше, а то шипел прям таким звуком. Нормально. В общем, не зря сходил, резиночки купил. Эти каменные. Все равно я его закажу домой, прикуплю, чтобы он лежал. Запасе возьму 80. Где-то 64 он, что ли, под $70 стоит, короче. В общем, такие моменты, друзья. Друзья, подъезжаем на выгрузку. Аленка уже здесь была. Она мне сейчас все рассказала, куда здесь ехать, чего. На весы. А может, и не надо. В общем, вот такие моменты. Сейчас посмотрим. В общем, будем разбираться. В общем, прибыли сюда. Здесь такое большое facility. South Bend. Это называется город. Да, South Bend. Куча койлов всяких. Блин, шипит. А, нет, сейчас, по-моему, это нормально. В общем, вот туда нам надо съехать, вон в те ворота. Сейчас табличка, вывеска. Типа, оставьте одну цепь только и все. И заезжайте. Чтоб там не расторповываться, ничего, сейчас все здесь скинем.
и так далее. Вот он пылит. Надо быстрее в кабину бежать. Подожди, дай-ка. Все, быстрее, быстрее. А не, он остановился. Там вон чувак пылил. Я быстрее в кабину забежал, чтобы... Такой результат получили. А с той стороны тоже проклеил, чтобы у нас еще не разошелся. В общем, такие вот моменты. Все, тут разгрузились. Сейчас на Трак-Страп приехали, на Пайл тут было 7 минут. 10 минут где-то примерно от выгрузки. Вот так вот прямиком было место прямиковое. Заехал сейчас, байндеры почистил. И думаю, ручку надо сделать. Что-то придумать. Вот сделал, короче. Тут была ручка, вот такая же. Гаечка. Вот. А алюминиевый шток, он окислился, и в итоге, когда я открутил, отломился прям сразу. В общем, вот это, что я сделал, просверлил отверстие и проволочку так согнул, вставил. Хватает, чтобы вытаскивать нормально. Вот такая в перчатках нормально. Где-то раз. Вот такие дела. В общем, и что хотел добавить. Вот там был шток алюминиевый и такие резинки, как тарелки, глубокие, широкие такие. И то есть я туда три на одно место, где была одна широкая, высокие такие они, я три кольца ставил маленьких,
друг на дружку, раз-раз, и последняя выступала так, как нужно. Но есть еще один метод, можно взять обычную нитку, ну вот, вот как вот такую вот, допустим, и туда подмотать сколько нужно, прямо на это место, и все, и сверху резинку одеваешь, сколько тебе нужно, делаешь выступ, и все. Вот такой еще метод есть. В общем, такие дела, занимаемся.